зеленые, те, которых от миски отлучают. Кого? У нас... Они вручали вам наши все заявления по поводу этого. И это лучшая земля Украины. Я не знаю, кто вы получили. Кто конкретно получает землю? Это список, который получает? Давай, подождите. Я, не, одно время 50 человек, которые ждут, я тут пришел от 50 миллионов украинцев. Папа. Дайте мне разговаривать. Это национальное богатство страны называется Украина. Если вы слышали про это, услышали? Слышали? Лучшие участки пляжа. Здесь живем. Да, здесь я тоже здесь живу. Но я это живу от имени, я представляю в том числе государство Украины. Вот. Да, нет. Это лучшая земля Украины. И я вообще, я сейчас хочу прочитать. Я прекрасно понимаю, что тут сотни миллионов долларов. Сотни миллионов долларов эти пляжи. Сотни миллионов. Мы 600 метров. Вы ни у кого не... Сотни миллионов долларов. Сейчас я прочитаю. Кто? Что значит этот бред? Это официальный документ на уважение. Шишин Яков Иванович, муж депутата сельского совета. Колесниченко Ирина Григорьевна, родственница сотрудника сельского совета. Так вот, сейчас вы меня послушайте. Нет, вы выбираете сельсовет, чтобы красть украинские земли. Вы выбираете сельсовет, чтобы разбазаривать. Вы выбираете сельсовет, чтобы миллионы себе забирать. Поэтому закончилось это между собой. Я наведу порядок. Сколько бы вы ни кричали, плевать я хотел на ваши коррумпированные интересы. Народ, здесь живет тысячи людей, которые никогда ничего не получали. Здесь живет тысячи людей, которые не лезут ни мужьями, ни дочерями, ни внучками, ни самыми членами. Так вот. Я обеспечу, что вашего председателя сельсовета привлечут к уголовной ответственности. Привлечут. За преступление. Я обеспечу, что все эти земли вам придется вернуть стране, вернуть государству, вернуть бюджету и вернуть народу, не 40 людям, народу. Вы вернете землю, вы вернете взятки, которые вы давали, вы вернете свой междоусобичий. И здесь я наведу порядок. Завтра же я даю распоряжение. С завтрашнего дня, не только здесь, во всех сельсоветах, вдоль пляжа, изъять все документы, привлечь всех глав сельсоветов, которые разбазаривали этих землю. Не боюсь я вас. Всех глав сельсоветов. Наведите порядок. Глава района, иди сюда. Дмитрий, иди сюда. Иди сюда. Вот эта территория. Иди сюда. Вы представляете власть Украины. Не сельсовета. Эта территория возвращена членами сельсовета и руководства, но не народа. Верните это народу. Не этим. Не с должностным лицам, народу. Это все должностные лица. Это все люди, которые пьют кровь народа десятилетия. Верните народу. И мы вернем народу. Мы вернем земли народу. Они кровь коррумпируют. Все. Жулики и воры. Меня не испугают. Жулики и воры. Жулики и воры. И ваш председатель будет сидеть. Глава сельсовета будет сидеть. Я никак из себя не скачу. Глава сельсовета. Вот все они члены семей руководства обсовета. Вот так по всей Украине. Однозначно мафия действует. Все сельсоветы Украины. Люди выбираются. Научились кричать, орать. Для того, чтобы населять все земли. Расхватывать все земли. Не осталось земель. Они все обсоветы, все горсоветы Украины наполнены ворами и жульниками, которые начинают своих семей переписывать земли, а потом пытаются шантажировать людей, которые этому противятся. Закончилось. Завтра же начнутся первые посадки. И вы увидите.